Нет ничего проще, чем надеть маску, но даже у такого средства защиты есть определенные правила ношения, чтобы это было максимально комфортно и безопасно. Правило первое. Прежде чем надеть маску, необходимо обработать руки антисептиком. Второе. Повязку нужно носить наружу, той стороной, где закрепляются веревки, чтобы она плотно прилегала к лицу. Третье. Важное правило. Срок годности медицинской маски ограничен, поэтому лучше ее менять каждые 2 часа. Казалось бы, инструкции элементарные, но далеко не все с ними справляются. Например, президент Южной Африки во время обращения к народу надеть маску смог не с первого раза. Если вы решили сделать маски самостоятельно, то выбирайте практичный материал, чтобы он не препятствовал нормальному дыханию. Также маски можно сделать из марли, сложив ее в несколько слоев. Перед повторным использованием тщательно продезинфицировать, постирать и прогладить утюгом. По словам специалистов, маска – универсальное средство защиты. Если здоровый человек носит маску, то при сохранении дистанции в 1,5 метра его шансы заразиться при встрече с носителем вируса падают до 70%. Если больной человек носит маску и соблюдает дистанцию, то, скорее всего, он никогда не заразит. Учитывая, что большинство носителей COVID-19 не имеют никаких симптомов, маска играет важную роль. Вы можете не знать о своей болезни, но надевая маску, вы с большей долей вероятности защитите от коронавируса других. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.